Темнота – друг молодежи, а еще фотографов, которые проявляют пленку. Может, из-за первого, а может, в духе второго. В молодежном центре подвели итоги конкурса снимков «Красногорск Underground». Его участниками без ограничения по возрасту стали любители остановить мгновение из разных уголков Москвы и Подмосковья. Сам занимаюсь тут фото, видео, съемкой, графикой занимаюсь. И возникла такая идея создать какой-то фотоконкурс, чтобы собрать людей, которые этим интересуются, только хотелось его провести не в каком-то обычном формате классической фотографии, так сказать, а в какой-то такой более молодежной, андеграундной тематике. Два с лишним месяца приема заявок и, как итог, 80 фотокарточек для 4 номинаций. Лица, мобильная фотография, урбанистика и сам его величество андеграунд. В последней победа досталась Евгении Шичкиной из Красногорска. В первых трех лучшими жюри признало кадры Александра Игнатьева, Максима Тинькова и Сергея Иванова. Работы интересные, уровень совершенно разный, можно сказать, у ребят. Кто-то, видимо, уровень начинающий, кто-то уже достаточно, прям чувствуется, достаточно давно занимается этим. В этом плане было очень сложно. Сложно было журить, скажем так, потому что разный уровень, но всех связывает одно, любовь к городу, и работы достаточно интересны. Участников конкурса отметили символическими и не очень презентами. Организаторы планируют такой конкурс проводить не реже одного раза в год.